Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские мельхиоровые ложки и вилки в идеальном просто состоянии. Рассмотрим одну на примере. Вот она в пергаменте. Состояние просто идеальнейшее. И точно такая же вилка. Вот в таком состоянии я настоятельно рекомендую покупать мельхиор на перепродажу. Потому что коллекционеры любят покупать вот конкретно в таком состоянии. Если бы ушно использованный, то, во-первых, он недорого стоит. И, как правило, люди хотят чуть ли не миллион за ложку, за вилку, за нож. Поэтому вот только в таком состоянии нужно брать. То есть можно чего-то заработать. А теперь по цифрам мне удалось 12 ложек и 12 вилок продать за 1200 гривен. Вот от этих цифр, от моих, можете отталкиваться и сами регулировать цены. То есть за сколько вам покупать. В сумме получается 24 столовых предмета. Если у вас дома остался советский мельхиор, как всегда и только для своих подписчиков, я помогаю оценивать. И также любые предметы Советского Союза, Царской России, абсолютно любые предметы антиквариата вы, как всегда, сможете мне прислать на оценку на Viber или на WhatsApp. Контактный номер под любым моим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!